В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день февраля с погоды. В Карачаево-Черкесии местами снег, ночью в отдельных районах сильный. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 12 градусов мороза, в горах до минус 18. Днем минус 3, минус 8, местами до 14 градусов мороза. На дорогах гололедица и местами снежные заносы. Черкесский снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 9 градусов мороза, днем минус 4, минус 6. На дорогах гололедица и снежные заносы. Детская безопасность при перевозке в автотранспорте. Сотрудники ДПС Хабейского района провели рейд и проверили наличие детских автокресел. С рейда репортаж Али Баташева. До 7 лет ваш ребенок должен сидеть в детском кресле. Вы подвергаете его опасности. Штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей. Пожалуйста, предъявите ваши документы. Предъявление документов, дача показаний сотрудникам ДПС, составление протокола об административном правонарушении из-за отсутствия детского кресла в салоне автомобиля. Всего этого можно избежать. Рейд показывает, что большинство водителей предпочитают не нарушать правила дорожного движения. Наши гаишники добросовестно исполняют свою работу. А мы, как водители, тоже стараемся. А все. Вы давно кресло, да, приобрели? С рождения детей у меня есть кресло. Всегда. Сразу же, да? Конечно, обязательно. А оно важно, да? Конечно. Каждая остановка автомобиля сопровождается осмотром салона и объяснением действующего законодательства. При этом водителю обязательно вручается памятка о необходимости соблюдать правила дорожного движения. При экстренном торможении или столкновении транспортных средств дети получают травмы в автомобиле. Чтобы этого не произошло, вы должны, согласно правилам дорожного движения, пристегивать ребенка до 12 лет. Он должен находиться в детском удерживающем устройстве. За нарушение правил перевозки детей водителем предусмотрена административная ответственность согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений и предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей. Уважаемые родители, водители, помните, что ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детьми. Пристегивайте сами и пристегните ваше дорогое. Берегите свою жизнь и сохраните жизнь ваших детей. В администрации Аула Хабес уверены, что улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах можно только совместными усилиями власти и различных общественных организаций. В самом заседании участвуют не только ГИБДД и администрация, но и мы приглашаем отдел образования, главы всех сельских поселений, чтобы они все могли участвовать и поднять свои наболевшие вопросы. И уже по срокам до следующего квартала, каждый квартал мы устанавливаем сроки, в течение которого решаются все вопросы. Например, где-то разметка неправильно установлена, где-то знаков не хватает. Все эти вопросы решаются до следующего квартала и отчитываются они на следующем заседании. С начала рейда сотрудниками ДПС Хабесского РУВД было составлено 14 протоколов об административном правонарушении, когда в салоне при перевозке ребенка отсутствовало детское кресло. Отрадно, что большинство жителей Хабесского района соблюдают правила дорожного движения и предпочитают не рисковать при перевозке ребенка, говорят сотрудники ДПС. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.